специальной коррекционной школе номер 10 города Каспийска состоялась благотворительная акция от Совета школьных министров при Управлении образования города Каспийска. В преддверии Международного дня защиты детей ребята решили провести такую благотворительную акцию, подарить игры, канцелярские товары детям 10-й коррекционной специальной школы. Вот с этим мы сегодня и приехали. Это была идея детей. Они давно хотели, они запланировали, что именно в эту школу приедут. И я думаю, что это такая добрая, теплая, искренняя акция. Отметим, что школьники преподнесли для детей подарки в виде канцелярских наборов, необходимых для учебы. По словам председателя Совета министров Анастасии Саблиной, они организовали сбор в школах и в течение 2 недель завершили его. И вот сегодня они с гордостью вручают подарки особенным деткам. У нас каждый министр представляет свою школу. И каждая школа могла собрать небольшой сбор подарков. Это была канцелярия различных, потом были пластилины и так далее, да? Все, что могли собрать. Поучаствовала каждая школа, потом министры это все принесли в управление образования, чтобы предоставить до 10-й школы. Завершилась акция вручением наборов воспитанникам коррекционной школы. А в благодарность совету школьных министров детки вручили картину, сделанную своими руками.